Около детского дома творчества ребята собрались поучаствовать во всеобщем празднике. Игры, песни, танцы, конкурсы – все это было для них. На мероприятии были и почетные гости – координатор Смоленского регионального отделения ЛДПР Сергей Леонов, депутат Смоленского городского совета Ирина Кожанова и начальник отдела социальной защиты Десногорска Злата Бриллиантова. Мы вам желаем солнца в ваших улыбках, в вашей душе. Хорошего настроения. Мы надеемся, что сегодня будет замечательный для вас праздник, и вы не будете хмуриться, а будете принимать активное участие в этом празднике. И уйдете отсюда, конечно же, с подарками и с хорошим настроением. Партия ЛДПР стала спонсором подарков. 28 мальчиков и девочек получили сладости, канцелярские принадлежности, а также сувениры с символикой партии. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей. Это напоминание обществу о необходимости защищать права человека, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.